Сегодня провели второе заседание штаба по ликвидации катастрофы местного значения «Делфи» корабля. Выслушали администрацию морских портов Украины на сегодняшний день по подготовительным работам и дальнейшие перспективы по поднятию судна. На сегодняшний день нам представлен проект производства работ, согласно которому разделено на три этапа. Первый этап — это подготовительные работы, второй — это непосредственно поднятие судна на киль, и третий этап — это буксировка судна в порт, в котором будут приняты решения или его распиливать, или его подваривать, восстанавливать. Ну, это уже будет принимать решение судовладелец. На сегодняшний день по первому пункту, это подготовительным работам, к нам доложили о том, что работы выполнены на 70%. После того, как будут проведены, мы договорились о том, что после того, как будут проведены работы до 90-95%, соответственно, как бы будет уже производиться ряд мероприятий с разными службами города, области, с рядом служб МЧС, полиции, Нацгвардии, о том, чтобы обеспечить охрану и порядок при подъеме судна. По графику подъема завтра будет проведена пресс-конференция. Я попросил администрацию морских портов Украины, чтобы они озвучивали примерный график, и чтобы этот график соответствовал выполнению работ, чтобы это не было опять очередной даты,